Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ – Топ-блогери України. І я її ведучий Тарік Незалежко. У нас сьогодні, як ніколи, багато реперів. В студії вітаю XL Deluxe. Добрый как день. Справы? Христос воскресе. Воистину воскресе. Все хорошо, слава Богу, спасибо. Знаешь, хотелось бы одразу як, до справ. Вот, и знаючи, что ты занимаешься ивент-агентством, тебе, ты продюсер. Тобто ты разумеешься на тому, как у нас сейчас себе почуває шоу-бизнес украинский. Ну, динамика, это громко сказано, в шоу-бизнесе, в принципе, шоу-бизнес в Украине слаб, достаточно был последние годы, несмотря на то, что Украина – это реальная кузница талантов, талантливых людей, вокалистов, саунд-продюсеров очень много в Украине. Да, если у нас есть желание их послушать, например, ну, если мы поедем в соседнюю Украину, как она на півночі находится, то там, если вы будете пересуватися на własном автомобиле, то вы по радио, на радиохвилях, дуже часто будете чути Монатіка, будете чути Лободу, інших виконавців. В принципі, вони дуже відомі там. Але вони зараз не заробляють, я так розумію, в сусідній країні. Ну, во-первых, зараз є діджитал-продажі, і артисти заробляють з території всіх стран світу, навіть якщо у них немає гастролі на якихось територіях. Звучать наші артисти, слава Богу, не тільки у северного сусіда, але і у западних сусідів також. То есть в Польше очень популярна украинская музыка, и именно ну, украинские популярные артисты. Это не говорит о том, что они украиноязычные, но топ-плейлист наших звезд. В данный момент я даже не знаю, как живут артисты, 99% из них, потому что, да, топовые у них есть конкретно какие-то запасы и, как говорится, подушка такая безопасности и прочности. Свои определен... сухарики, завдяки яким они перечекают все. Остальные, мне кажется, потерпают очень конкретно, они и так себя не сладко чувствовали все эти годы. И если нет дополнительного дохода или не было, или бизнеса, ну, очень сложно ребятам. Другое дело, к примеру, вот наша комьюнити, у нас есть там продакшн, студия звукозаписи, которая и сейчас работает хорошо, не только на артистов, а в том числе там, и на видеопродакшены, для кинофильмов, там, каких-то рекламных агентств, то есть работа на студии не прекращается. Вот, но ситуация плачевная, будет, наверное, хуже, но с другой стороны, как говорят, типа, может быть, все обнулится, и мы начнем с чистого листа и будем более правильно выстраивать индустрию в Украине. Зрозуміло. Тобто все одно оптимізм якийсь залишається у нас в цьому напрямку. І от я звернув увагу, 36,6 – це якась підтримка ідеї пана президента нашого Зеленського, що ви теж підтримуєте цю ідею 36,6, або це пов'язано з тим, що ви хочете зайти, наприклад, в якийсь магазин, щоб вам не перевіряли температуру, а одразу бачили. Скоріше всього, це маркетинг. Зробимо разом з вами бізнес. На футболках. На футболках, так. Ну, в принципі, в будь-якому випадку треба якимось бізнесом займатися. В принципі, наші зірки, вони ж, ну, відверто кажучи, достатньо тривалий час вони не заробляють на тому, що вони виконують якісь пісні, а вони мають, мабуть, якийсь додатковий прибуток. У нас дуже талантливі автори. Много известных или малоизвестных артистов, в том числе рэперов, создают очень крутые попсовые треки и продают звездам, в том числе в Украине, в России, в Беларуси, в Казахстане. А вот сами наикращие выконавцы рэперы украинскую мову? Украинскую мову? Украинскую. Ну, наверное, Вова зі Львова. Вова зі Львова. Да. Слушаю радио Майами лично, и там много украинского хип-хопа играет. Ну, конечно, не все мне заходит, я просто не знаю этих имен, но есть ребята толковые, в том числе там и киевляне, потому что я понимаю, что о Киеве треки поют или о киевских районах. Но очень много рэпа на украинском языке, ну, откровенно говоря, слабого. Даже тот, который был в 90-х годах, типа «Территория А», Саша Стёганова, привет, в хит «Изменному взойти» группа. Это было круто. То, что делают сейчас на украинском языке, в том числе и попса, и хип-хоп, артисты, очень слабо. Это такое ощущение, что словарного запаса им не хватает. Это я говорю как филолог украинского языка. Ну, до речи, я помню, что и ты снимал украиномовные клипы własного производства. Ну, на твою думку, эти квоты, которые введены на
на телеканалах, на радіостанціях, вони допомагають тому, щоб у нас розвивалася україномовна творчість? Я вважаю, що ні. Це, як звичайно, крайності, реально жорсткі крайності. И мы знаем, что всегда интереснее то, что запретно, и то, что нам навязывают, неинтересно. Чем от того, что в эфире радиостанции там больше 60% играют украинскоязычной музыки, не значит, что ее стали слушать больше, или у этих исполнителей есть концерты, или вообще есть аудитория, или кто-то их знает. Это очень жесткие меры, конечно, эту ситуацию надо как-то... Ну, зараз взагалі складно зібрати, наприклад, великий зал. Ну, це я не кажу під час карантину, а... Кто у нас может собрать, кроме пана Вакарчука? Не имеет значения, великий зал, или это паб, или это ночной клуб, или музыкальный бар, или ресторан. Это не имеет значения абсолютно. То есть вообще, то, что люди у нас любят тусить, ходить на концерты, это факт. То, что много талантливых музыкантов, которые круто звучат, даже если это кавер-группы, тоже факт. Но мне нравится больше, конечно же, авторское творчество и авторская музыка, то есть они, ну, перепевки тупо. Зрозуміло. І хочу перейти до зовсім теми, не пов'язаної з творчістю. Я знаю, що ти релігійна людина. І у мене питання таке, може, трохи провокаційне, але як ти відносишся до той, скажімо, я не знаю, як навіть це назвати, травлі, чи це я, може, грубо, чи м'яко, може, навіть м'яко, травлі, яка була зараз, ну, яку ми спостерігаємо, вже приблизно десь місяць. Як карантин почався, от почулися якісь незрозумілі речі в бік церкви, як то кажуть, Московського патріархату. Да. Ну, все розумні люди знають, що в Україні немає церкви Московського патріархату, є одна єдина українська православна церква, і остальні – це просто розкольники. Ну, просто я термінологію, яку використовують там… Да, да. Ну, я должен заметить, потому что, может быть, слушают люди нас, которые слышат это, речь об этом в первый раз, да? То есть изначально есть Украинская православная церковь, которая здесь уже 2000… ну, там, не в 200 тысяч лет, 1000 с лишним лет после Дня Крещения Руси князем Владимиром. Московский патриархат – это чисто духовная такая приставка, которую понимают только верующие, как бы это не юридический термин. Все остальное – это раскольнические организации, которые не имеют ничего общего с церковью, несмотря на то, что они выглядят как церковь. Ты прости от меня, раскольники. По поводу травли и вот этого всего натиска, я считаю, что натиск идет конкретный, и он уже не первый год, но конкретно вот во время Великого Поста он совпал с карантином великим планетарного масштаба. Совпадение? Не думаю. Да-да-да. Участились эти случаи, и такой прям напряг создали, особенно в социальных сетях. Чем он плох, этот напряг? Тем, что он рассчитан там, не на, за людей, которые топят за национальную идею, там, не на активистов каких-то, а он рассчитан на простых людей, на промывку мозгов. И у них получается, потому что под каждым таким омерзительным постом в адрес церкви, там, типа, что это рассадник инфекции или распространитель или еще что-то, или умножитель инфекции, тысячи комментариев людей, среди которых я встречаю своих знакомых, и они такие вещи пишут, что ну просто они налазят. Ну, а поэтому... есть безпосредний какой-то приклад, ну, вот такого поста, чтобы да, я сейчас скажу, поэтому я конкретно скажу так, что эта проблема, она информационная, это информационный вирус, он, возможно, он хуже физического и биологического вируса. То, что ситуация существует, мне кажется, в этом вина, в первую очередь, православных людей. То есть то, что они пассивные. Возможно, даже не совсем понимают некоторые каноны и церковные и заповеди. Пассивность в чем проявляется? В том, что сыпят на церковь, никто ничего не отвечает, не реагирует, говорит, мы смиренные, мы молимся и так далее. Сыпят уже на священников, тоже все молчат. Уже жгут, ломают храмы, там закрывают, тоже молчат. Это конкретно причина в православных людях, когда они пассивные, неактивные и путают пассивность и безразличие со смирением. Это разные вещи. Смирение – это духовное состояние, а активными мы должны быть, к этому призывали все святые, все апостолы, и в том числе… То, что, может, они не до конца разумеют фразу, что когда я отримав правый… Они не понимают, не будем… Представь ливу. Да, я не хочу как бы рассуждать на эту тему, но то, что ну, ситуация такая вот неприятная – это факт. Конкретно я знаю очень много случаев. Вот первый случай случился в том храме, в который я хожу, то есть это храм святителя Михаила, и на ТСН вышел вообще мерзкий ролик. ТСН, мерзкий ролик, это сны. Я уважаю 1+1, но не уважаю некоторые
программы, да, там, допустим, или вот заказные сюжеты. Провокационный, который нагнетает настроение в обществе определенное. Конкретно мои там собратья и сестры, которых я знаю, там, православные, да, там, мои друзья, когда увидели этот ролик, наверное, впервые ну, вообще в истории независимой Украины и церкви активизировались и начали конкретно травлю ролика, который травит церковь. То есть, что самое было на этом ролике? В этот момент проходило на улице таинство, ну, так как церковь соблюдает, на самом деле, все предписания законодательные, да, там, либо наших властей, даже если это незаконно, как сейчас многие говорят, то есть эти действия незаконны. Но церковь соблюдает эти правила, которые устанавливает власть на сегодняшний день. И люди, ну, там, собрались во время маслособорования, и батюшка проводил таинство. Журналист со своим грязным, немытым микрофоном, кто знает, тот знает, что эти головки в микрофонах никогда в жизни никто не чистит, не обрабатывает, без маски, лезет прямо в лицо к батюшке с этим микрофоном, тогда, когда он маслособорует людей, и молитва идет, со своими вопросами провокационными. Ну, конечно, на нее никто не отреагировал, но сюжет сделали в таком акценте, с такой риторикой, что это вызывает у большинства неверующих людей, непонимающих, неосознанных, определенные эмоции, то есть эмоции негативные. Вот. Ну и в этот раз конкретно верующие дали отпор. Вы можете посмотреть этот ролик. Там буквально меньше, чем за сутки он собрал более 7 тысяч дизлайков, я не знаю, может быть, сотни или тысячи нажатий кнопки «пожаловаться». Сотни, наверное, я даже их не смотрел, но я видел гневных комментариев от верующих. И это вызвало резонанс в обществе и в прессе. То есть другие даже телевизионные блогеры обратили на это внимание, говорят, нифига себе, впервые кто-то помойке ТСН дал такой отпор. Вот. Поэтому верующие не должны быть пассивными. Каждый ролик, который выходит, нужно сопровождать. Каждый пост сопровождать антидействиями. Каждый пост в Фейсбуке, который подобный выходит, тоже нужно отвечать. Это на самом деле несложно, и это не низко. И на сегодняшний день, когда мы живем в информационном таком мире и в цифровом мире, это информационное оружие, и не нужно воспринимать снисходительно это и попускать это. Да? То есть это конкретное оружие, это конкретно идет такая информационная атака и война, и нужно давать отпор. Если там миллион православных, которые в Украине есть, или не православных, но верующих людей, потому что верующие люди друг друга уважают, независимо от конфессий, будут отвечать, неважно, может быть, на католиков кто-то будет наезжать, да, там, или еще на других братьев наших. Не, ну, у нас же казалось, що ми йдемо до Європи, і, в принципі, європейські цінності, вони самі по собі, ми маємо розуміти їх як толерантність, якусь прояву до толерантності відносно людей різного кольору шкіру, шкіри різних конфесій, і від того от тут виникає питання. Я скажу так, європейські цінності себе не оправдали. На сьогоднішній день ми бачимо, яка ситуація. Да, просто я зараз, ну, знов хочу повернутися до цього ролику ТСН. Да, вони розпалюють, ну, це, скажімо так, думка багатьох людей, вони вражають, що ці ролики вони розпалюють ворожнечу. І просто хотілося б запитати, от невідомі підпалили будівлю Свято-Успенського чоловічого монастиря. Це в Одесі відбулося нещодавно. Це вчора відбулося. Мої друзі, які будуть дивитися сьогодні ефір, не дадуть соврати. Коли я спілкувався з ними на тему вот цих всіх роликів в Ютубі, в Фейсбуці, мені говорили, Леша, да що ти? Да ми там, як би, це, там, повинні бути якось акуратно, ну, там, типа, молиться, там, смириться, пост на дворі, ти що? Я об'яснив, ребята, от вот этой, вот от этих інтернет-брошур, які раніше когда-то это брошурами були газети, тепер це інтернет, до конкретного насилия один шаг остается. То есть сейчас происходит информационное насилие, дальше будут конкретные действия. И если, ну, как бы не воспротивиться этому, не оппонировать этому, то это, ну, это примет вообще массовый характер, и в ваш храм придут, твоего батюшку побьют там, или закроют, или церковь прикроют. Может быть, даже и потом еще на законодательный уровень этого несут. И не, как бы не пришлось долго ждать, мы видим, что в этом месяце уже 4 таких провокации против православных святынь. Конкретные поджоги, какие-то наезды, там, по-моему, где-то что-то отжимали. В общем, нельзя. Так нельзя, ребята. Надо веровать, молиться, поститься, но и нельзя давать обижать священников и православные святыни. Церковь здесь стояла больше тысячи лет,
пережила там и фашистов, и коммунистов, и еще разные там напряги, вот, и должна стоять. Но украинский народ не должен становиться таким слюнтяем, знаешь, там, типа, или говорить про Европу. Европа показала свою солидарность в отношении своих же сограждан. Европейский Союз имеется в виду, не Европа. Когда в Италию просто, ну, отвернулись, и никто им не помог. Ни копейкой, ни делом, ни словом. Вот, поэтому система европейских ценностей, я думаю, что она уже закончилась, она себя не оправдала, и вперед выходит система православных ценностей, потому что они вечны. Дякую, дякую тобі за цю чудову розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Тебе контрразвідка направила? Ну, на даний момент у мене після окончательного ответа на это нет. Только не ври. И я езжу по всему миру, я получаю какие-то премии, его, мне очень много гонораров за то, что я выступаю. Вы ёживаться будешь в выходные, а сейчас гуди как паровоз за свое прошлое. Я живу в Америке, я знаю, я общаюсь почти ежедневно с американскими журналистами, очень часто с американскими сенаторами, конгрессменами, с представителями американской администрации. Я думаю, что ЦРУ это все организовало. С какого боку? Но факт то, что очень многие из наших бывших министров, должностных лиц, сейчас занимаются реформой в Украине, занимаются причем уже несколько месяцев. Вот с чего вдруг? Украина удивительная страна, потому что уже 25 лет почти. Ее разграбляют коммунили. И представьте, несмотря на это, она еще стоит, она еще держится. Да погоди, Леша. Привет, друзья. Ну что, новость, которую сегодня обсуждают все в Украине, это возможное назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. И скорее всего, уже завтра депутаты Верховной Рады должны проголосовать за это назначение. Сразу хочу сказать, что я не являюсь фанатом Михаила Саакашвили. И хочу сказать, что вот это назначение его на должность вице-премьер-министра по реформам еще ничего не значит. Потому что у меня нет уверенности, что ему дадут возможность что-то сделать на этой должности. То есть, то, что он будет стараться, это понятно. В этом у меня сомнений нет. Но вот дадут ли ему что-то сделать, вот тут у меня есть большие сомнения. Понимаете, Саакашвили очень непредсказуемый и эксцентричный человек. Нужно понимать, что если ему будут мешать в его работе, он молчать не будет. Но вот лично мое мнение, именно сейчас такой человек Зеленскому на такой должности как раз очень нужен. Мы уже видели годовое бездействие премьера Гончарука. Теперь видим бездействие такого же премьера Шмыгаля. Поэтому такой человек, как Саакашвили, нужен в первую очередь как таран. Как таран для проталкивания и продвижения новых реформ. Понимаете, Зеленский ведь понимает, что год прошел, а изменений в стране никаких не видно. И вот поэтому, приглашая Михо, президент, зная его потенциал, в первую очередь преследует цель для усиления правительства. Зеленский прекрасно понимает, что Саакашвили в Грузии удалось за очень короткий срок реализовать реформы. Вот президент, скорее всего, и предоставит ему такой же карт-бланш у нас в Украине. И кроме того, не нужно забывать, что Саакашвили является очень сильным спикером. Он может очень грамотно выступать и может заткнуть за пояс в споре на любую тему и Порошенко, и Тимошенко. Но не нужно также забывать сложную историю взаимоотношений Саакашвили и Авакова. Как вы сами понимаете, здесь тоже есть непредвиденные риски. Очень тяжело предвидеть, как будут в дальнейшем продвигаться их взаимоотношения. Ведь мы все помним тот давний конфликт между ними. И мы помним то импульсивное выступление Михо, где он в лесу сказал Авакову такие слова, которые до этого ему никто не говорил. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. Я никогда не позволю. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проворовавшийся, которого все знают, что работает на схемах сидит, разговаривал с Саакашвили с таким тоном. Все понимают, что тогда Саакашвили бросил очень серьезное обвинение в глаза Авакову. И, естественно, ни один, ни другой о том конфликте не забыли. И если Саакашвили все-таки назначат на эту должность, то это будет выглядеть в том числе как некий противовес Авакову. И тяжело даже представить, как в дальнейшем могут складываться их взаимоотношения. Ведь хочешь не хочешь,
а им придется пересекаться и на заседаниях правительства, и на различных совещаниях у президента. Ну и вот давайте послушаем, что Саакашвили вчера рассказал в интервью Василию Голованову. Они понимают, что я буду ловить их схемы. Они понимают, что я пойду против существующей системы. Пойду вместе с президентом Зеленским. Потому что, еще раз говорю, для меня я абсолютно не сомневаюсь. У меня тоже какой-то опыт есть, достаточно большой. Я абсолютно не могу, никого могу ручаться, что у него очень правильные инстинкты, правильные намерения и правильное движение. Вот и все. Конечно, очень бы хотелось, чтобы Михо более конкретно сказал, кого именно он имеет в виду под словом «они». Но я думаю, что это и бывшее окружение Порошенко, и кое-кто из ближайшего окружения Зеленского. И это окружение, конечно, сейчас предостерегает Зеленского, что пройдет месяц-два, и Саакашвили начнет со всеми конфликтовать и на всех нападать. И что самое интересное, это может коснуться и президента Зеленского. Ну и вот что Михо говорит по этому поводу. Пусть не надеюсь, что я буду на него нападать. Я буду продолжать то, что я всегда делал. Расстраивать схемы, которые существовали и существовали до них. Существовали и существуют еще, остаются при них. Но они как раз только и ждут, чтобы Зеленский ослаб, чтобы окончательно, чтобы его потопить. Одно могу сказать, что в нынешней ситуации, безусловно, Саакашвили только укрепит команду нынешнего президента. А этого укрепления, естественно, не хотят в первую очередь ни Петр Порошенко, ни Арсен Аваков, ни та же Юлия Тимошенко. Вот как об этом говорит Михо. Есть люди, которые не хотели бы изменений. И эти люди послезавтра все будут делать, чтобы решение президента Зеленского не вошло в жизнь, а мотивируя это идти под защитой интереса самого Зеленского. Я думаю, что лучшая защита президента Зеленского – это поддержать его решение. Эти политики прекрасно понимают, что рейтинг Зеленского падает. И падает в первую очередь из-за того, что одного желания президента мало. Надо иметь еще толковых соратников. И повторюсь, они прекрасно понимают, что в нынешней ситуации Саакашвили только укрепит команду президента. И сейчас это вопрос не во мне. Вопрос принципиальный. Мы будем что-то менять в стране, не в стране, или мы позволим кидре коррупции съесть и этого президента, и съесть всю страну вместе с ним. Вот и вся история. Конечно, здесь я с Михо согласен. Зеленский прекрасно видит, что год прошел, и народ уже начинает говорить, что коррупционера Порошенко поменяли, а народ никаких изменений к лучшему в своей жизни так и не увидел. Поэтому в команде нужен человек, который, как я уже говорил, выступит тараном в борьбе с коррупцией и тараном в проведении ощутимых изменений в стране. Ну а чтобы понять, как собирается действовать Михо, давайте послушаем вот такой микс. Аваков, Насеров, Ашинский и вся прочая мрази, наволочь. Но я вас не сбоюсь. Мы заберем деньги Порошенко, мы заберем деньги Ахметова, мы заберем деньги Медведчука. Дары. И этим ребятам, дети, этим ребятам, дети. Ребята, молодцы, я вас люблю. Ну и, естественно, ведущий поинтересовался, будет ли Саакашвили привлекать к работе людей из своей старой команды. Имеется в виду Давида Саакварелидзе и других. И тут Михо нас немножко удивил, поскольку он так расплывчато сказал, что в Украине и своих кадров хватает. И вместо четкого ответа он просто лишний раз решил похвалить себя любимого. Все точно знают, что меня нельзя купить, меня нельзя... Ну, меня можно обмануть, но долго обдурить невозможно, потому что у меня тоже есть опыт. У меня есть какая-то репутация, ну, достаточно, наверное, серьезная по всему миру. Вы понимаете, все это, конечно, хорошо, но меня смущает один момент. Михаил Саакашвили всегда выступал за снижение налогов для бизнеса. И в такое тяжелое время это надо делать, потому что мы просто можем потерять наш малый и средний бизнес. И вот тут я просто не понимаю, как Саакашвили будет уживаться в команде Зеленского, допустим, с тем же Гетманцевым, который по своей сути является законченным фискалом и социалистом. А ведь Саакашвили всегда позиционировал себя сторонником либеральной экономики. И я вам скажу, Зеленскому придется не сладко, когда Саакашвили и Гетманцев начнут каждый доказывать свою правоту. Тут уже Зеленскому придется определяться и делать конкретный выбор, на чьей стороне. Безусловно, Михо будет очень тяжело работать в команде Зеленского, потому что в этой команде еще полно долбоебов, которые просто ничего не понимают в экономических процессах. Но зато очень любят выступать перед журналистами
и показывать, какие они умные. Вот, допустим, как депутат от «Слуги народа» Коля Насос. Ой, извините, Николай Тищенко. Где брать деньги? В стране черная дыра, грошей немає. Ну, вы что, это не понимаете? Грошей немає. Все было крадено. Ну, мы же люди, мы же украинцы, ну, навіщо? Мы же там в школах навчали, мы же все понимаем. Где взять деньги? Ну, где? Если их нет, казна пуста. И тогда, если она пуста, треба, что треба? Чи заробити, чи підвищити податки, чи найти и збирати податки там, где мы их никогда не збирали, чи брати кредит. Все, казна пуста, а значит нужно или увеличивать налоги, или собирать налоги там, где их никогда не собирали. То есть он предлагает придумывать для бизнеса новые налоги. Вот с такими представителями команды Зеленского придется работать Михаилу Саакашвили. Ладно, давайте пока не будем бежать впереди паровоза, а дождемся завтрашнего голосования в Верховной Раде. А то, зная, какой бардак сейчас творится в фракции «Слуги народа», от них можно ожидать любых сюрпризов. Тут немає табу. Олексій, дуже дякую тобі за те, що ти був у нас сьогодні в ефірі. Я сподіваюся, це не в останній раз. Ми з тобою піднімаємо такі цікаві теми. Дорогі друзі, ну а з вами була програма ТБУ «Табори України». Ми надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого, не хворійте. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.